Теперь мы рассмотрим программное обеспечение на устройстве QNAP VIASTORE 2004 Pro. В его настройках присутствуют параметры камеры. В них мы и сможем найти и добавить необходимые нам устройства. В графе слежения мы можем просмотреть живое видео. Но в случае с конкретно этим устройством перейти в режим живого просмотра не удается, так как идет постоянная загрузка. А при ее отмене происходит сброс, и мы вынуждены снова входить в систему. Помимо воспроизведения здесь, соответственно, есть еще и просмотр архива. Необходимый нам отрезок из архива мы можем указать временным интервалом в окнах. Еще на этом устройстве присутствует ряд журналов, такие как журнал событий системы, журнал наблюдения, список подключенных пользователей, исторический список пользователей, журналы подключения системы и информация о системе.